Оливовский у мяча. Практически всей командой лиц штрафной соперника. Выйти нельзя. Голкиперу. Это 1-1. Это Понтус Янсен. Если Бога нет, то кто тогда Понтус Янсен? Безусловно, он в мифологию лица войдет, когда закончит карьеру здесь или где-то еще. Но он сегодня спаситель лица. Роскошно сыграл Янсен в этом эпизоде головой. Даже прыгать не пришлось. Великолепная подача от Джонни Алиоски. Вот такой парашютик с ворота соперника закидывает. Марсело Бьелса обычно не так ярко на забитые мячи не реагирует. И посмотрите, как рычит этот шведский викинг.